Всем привет, это канал Максимадзе и Лего Сити Андеркове у нас сегодня. Ты уже там? Да. Уорден только что вышел в дверь в другом конце кабинета. Это его личный туалет. Забаррикадируй дверь. В его кабинете потайной лифт. На нем ты попадешь в тюремный корпус Рекса. Но Уорден будет этому сильно не рад. Понял. Короче, остановились мы вот в этом кабинете и сейчас посмотрим, что тут надо будет делать. Так, вот на L нам просят нас нажимать. И я жму, и что-то ничего не... Или подождите, может надо этот... Надо этот поменять. Костюм, только я забыл как. А, вот так. Все вспомнил. Вот так. Во, точно. Сейчас рухнет. Баррикадируем нафиг дверь. Ха! Ну ему не с руки сейчас торопиться. Что? Тут кто-то есть, что ли? Нет, я же уже говорил. Я никого туда не пускал. Даже этого придурка Данга. И тебя я тоже не хочу здесь больше видеть. Ну что ты? Конечно, я не с туалета звоню. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, конечно, нет. Кто там? Ого! Потайной сейф. Сейчас разберемся, блин. Хочешь залезть в мой сейф? А, нужно этот... Они расставлены в алфавитном порядке. Монтировка нужна. Только посмей лапать мои записи. Ой, косякнули. Давненько я не играл, поэтому... Подзабыл уж, как играть. Так откуда он знает, что я проигрывал что-то? Кто бы ты ни был, я доставлю тебя целый месяц в кастрюле драйвить. Что здесь надо делать? Давайте разберемся. Я вижу, что тут две жизни уже потрачены. Что это дает, я не знаю. Но давайте посмотрим. Вверх, вниз. Так, 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 так. Пройдено. Только что это дает-то? Опа. Так, а вот что нам надо проиграть. Да что там происходит? Я не очень четко вникаю пока, что именно сейчас происходит, но я отчетливо вижу, как... Что все... Узники слышали. Я понятия не имею, о чем пели те две итальянки в тот день. И почему эти парни танцуют друг с другом. И как он умудрился надеть сковородку на голову. О, точно. Есть много вещей, которых я не могу понять. Выпустите! Выпустите меня! Это что сейчас было? Так, что с этим делать? А, потайной ход за картиной. Как мило. О, да, очень мило. Интересная, хорошая задумка. Люблю такие потайные ходы. О, дверь заперта, надо... Так, ее не открыть никак. А, открыл, блин. Ничего себе. Да тут... Сейчас я тебя так поколочу.
хочу! Ты обречен! Так, мне надо костюм полицейского надеть. Я тебе покажу! Если разберусь как. Это была всего лишь разминка. Ну, да чё он не бьется-то? А, может быть, я не на ту кнопку нажимаю, но, по-моему, на ту. Да блин. Покажи, чего стоишь. Он не. Покажи, он не бьется. Стоишь. Это была всего лишь разминка. Я тебе покажу. Я забыл, как драться, вот реально. Вот забыл, просто забыл. Драться, как я реально забыл. Наручники, вот я помню, там одеваются. Да я тебя измочалю. Не, я тут я нажимаю на А, не работает. Меня не победить! Так, ничего не вижу, потому что... Секретная кнопка. Я тебе покажу! Остановись! Это была всего лишь музыкальный автомат группы «Угонщики». Раз преступления Рекса ужасны, но его музыкальный вкус еще хуже. Не, реально я не помню, как драться. Надо в управлении почитать, что вообще делать надо, блин. Так, что там по управлению-то, блин? А, сесть транспортное средство, меню персонажа и удерживать. Использовать объект, убрать оружие, удар. Использовать оружие, ну тут P написано, или R. Нет, это R, судя по всему. Может на R надо? Видимо, типа, аж типа, во, вот так надо. А почему мне А показывали? О, вот, все, вспомнили, как вспомнил я, как драться надо. Мне просто показывали не ту кнопку. Я давно не играл, поэтому забыл. Ладно, что с этим делать-то? Ну что, удалось попасть в лифт Уордена? Да. Ого, а камеры Рекса покруче моей квартиры будет. И все благодаря мне и Уордену, который выделил ему самую большую камеру в тюрьме. А что ты там найти-то хочешь? Полагаю, что побег был совершен в спешке, и здесь должны были остаться какие-нибудь улики. Удачи в поимке Рекса, Чейз. И передай ему привет от меня, когда поймаешь. Да. Так, вот я помню, что надо как-то достать коммуникатор или этот. Если тут эти улики есть. Я забыл, как доставать и его тоже. Короче, смотрел я в интернете, что вообще делать надо, бля. Оказывается, надо туалет этот сломать. Как можно догадаться об этом, я не знаю. Так, вот дальше надо вот здесь лазать. Ой, блин. Нельзя нажимать на ту кнопку, было понятно. Кстати, ничего не поделаешь. Да что ты... О, все-таки встал. А че он... упал-то с нее? Я же ползал, ни на какие кнопки не нажимал. Во-во-во-во, сейчас нормально пролез. Блин, как же тут неудобно управлять этим всем. Что вот камера не поворачивается и так далее. Так, куда дальше? Куда дальше-то? Тут вообще не видно. Вот что-то тут еще есть где-то. Вот, вот эта штука ломается, и можно из нее какую-то хрень собрать.
Да-да, и я не только сирену в машине умею включать. Не думаю, что от этого польза есть какая-то. Так, давайте еще раз полезем. Мне кажется, что-то там надо сломать. Да че он падает-то, я не понимаю. Все расхреначить надо. Автомат. И автомат не хреначится. А это? Как убрать это оружие теперь? Я реально управление все забыл. Вот это все, наверное, схреначить надо. А, вот как достается устройство-то. На-ка, там просто внизу оно не доставалось. Ага. Здесь потайной какой-то проход. А, нет, это не проход, это просто шкафчик какой-то. Ага, еще одна секретная кнопка. Да, а, их три. Так, может, эта штука тоже ломается? Где еще можно что сломать? Уж явно не здесь, потому что здесь нигде нет прохода. Может, надо потренироваться на этих. Впрочем, сейчас и посмотрим, что еще можно поломать. И там уже посмотрим, что где как. Вот это ломается, вот это ломается, вот это. Это не ломается. А это? Все сломалось, и больше дальше ничего нет. Но единственный вариант — это вот это еще, кстати. Не, тут ничего нету. Так что единственный вариант — это, видимо, на тренажерах что-то делать. А музыкальный автомат что-то делает? Не, музыкальный автомат ничего не делает. Ну, тренироваться, видимо, только остается. Больше ничего не остается. Больше никаких вариантов нету абсолютно. Ага, один из пяти. Здесь мы уже были. Боксерская груша. А, вот и последний. Точно, надо было делать это. Ах, потайной ход за картиной. Как ми... Что-то я повторяюсь. Окей, окей. Отлично. Маккей! Мне звонил Уорден Невзяткин. Если в двух словах, хвалебных песен он мне не пел. Он сказал, дуралей. Именно с помощью этого молотка Рекс выбрался на свободу. Он из шахты Колокольчикова. Дай-ка сюда. Оставь аналитическую работу профессионалам. Интересно. Это молоток. И откуда он взялся? Сложно сказать. Но, думаю, поиски можно начать с шахты Колокольчикова. Пару месяцев назад там была кража. Тогда я прямиком туда, Шай. Не гони, Маккей! Этим может заняться шериф Геккельберри. А ты держись подальше от шахты. Это приказ! Эй, шеф, один снимок для сплетни Ньюс. А может, он воспользовался вот этим? Сейчас вылетит птичка.
Интересно, интересно. Продолжить и да. Привет, Чейз. Привет, Элли. Слушаю тебя. Случайно Фрэнка не видел? Я его кое о чем попросила. Нет, не видел. Раз уж ты позвонила, скажи, ты знаешь что-нибудь о краже на шахте Колокольчикова? Еще как. Дядя Дюк брал меня с собой. Какие-то негодяи захапали много оборудования. Данби отстранил нас от дела еще до того, как допросили свидетеля. Сказал, что он с приветом. Так был свидетель? Да. Придурковатый старикашка. Сейчас. Кларенс Флетчер. Друзья называют его Вонючка. Мило. Спасибо, Элли. Похоже на то, что этот Вонючка может знать сообщника Фрекса на свободе. О, и если найду Фрэнка, сообщу. Сядь на поезд на станции Черри Три Хиллз. Так до шахты гораздо быстрее. Вонючка. Ладно, давай убирай планшет свой быстрее. Все, наконец-то можно двигаться, блин. Так, мы опять здесь. И где тут выход? Я вот уже не помню, если честно. Ну, может быть, здесь. Ничего не вижу из-за этой черного экрана. Ой, я еще и упал куда-то. Так, вот так надо это сделать. Это, я так понимаю, на поезд, типа, поездка идет у нас. Да, очень интересно, он на поезд запрыгивает. Вонючка Флетчер. Что, нельзя было по-нормальному называть? Может, это он? Хотя тут их четверо. И даже пятеро. На то разрешение воспрещен.
парового гудка. И как же мне создать его? Я понял, а как мне создать этот гудок-то? А, полезать туда. Погоди, ты чего скользишь-то? Давай, залезай. Как залезать-то на нее? А. Окей, окей. Вот блоки золотые вижу, да. Ой, разноцветные вот эти. А это что? Она не ломается. Так, но это не работает. Туда дальше не пролезть. Ничего тут не видно. А здесь у нас чего? А это что? Так, это что? Дверь заколоченная, но нам ничего с ней, по-моему, сделать нельзя. А, нет, подождите, там внутри что-то светится, да вот только как? Может, этим грабителям надо открыть? Не открывается. А, может, еще здесь что-нибудь есть? Кнопка какая-то. Только она не срабатывает. Ну, она заблокирована, здесь ничего не сделать. Но кнопка не жмется никак. Это что? Это просто ХП восстанавливается. Так, а это у нас чего? Не работает. Да, это нас током било постоянно, понятно. Ох, ладно, не знаю я, что делать с этим пока. Так что в следующей серии, наверное, разберемся. Вот вообще, вот не понимаю я, вот вообще не знаю я, что делать. В интернете буду потом смотреть. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Извините, что так сильно туплю. Вообще все забыл, управление забыл. Вообще много чего забыл. Подписывайтесь на стримский канал, вступайте в ВКонтакте. Всем пока.